инфракрасный обогреватель для встройки в подвесные потолки. Перед нами инфракрасный обогреватель от фирмы Balu, модель BIH-S2 3/10. В комплектацию входит самоустройство, монтажный набор, инструкция и гарантийный талон. Эта модель встраивается в подвесные потолки типа Armstrong и используется для обогрева офисных, торговых и общественных помещений. 4 дополнительных элемента крепежа позволяют при необходимости подвесить прибор на тросах. Корпус из квадратной формы выполнен из тонкой листовой стали, его длина и ширина 59 см, а толщина чуть более 3,5 см. Нагревательный элемент сделан из двух слоев гибкой электроизоляционной пленки, между которыми размещен резистивный нагревающий и излучающий элемент. Кабель для подключения находится на обратной стороне прибора. Рекомендуемая высота установки – от 2,5 метров. Если необходимо задать температуру, то сделать это можно с помощью терморегулятора. Отметим, что в комплектацию он не входит. Мощность устройства 300 Вт. Этого хватит на обогрев площади до 6 квадратных метров. Можно использовать один обогреватель или несколько в зависимости от размера помещения. Локальная установка над местом, где находятся люди, позволяет устройству экономно расходовать электроэнергию. К тому же инфракрасный обогреватель не сжигает кислород, не сушит воздух и не создает запаха гари в процессе работы. Что в итоге? Balu BIH-S2 3/10 – инфракрасный обогреватель, который встраивается в подвесные потолки типа Armstrong. Он подойдет для обогрева офисных, торговых, промышленных и общественных помещений. К тому же прибор не сушит воздух и экономно расходует электроэнергию. Мощности одного устройства хватит для обогрева площади до 6 квадратных метров.